Вакцинация от коронавируса в Химках набирает обороты. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в специальных пунктах, которые находятся в крупных торговых центрах. Теперь поставить прививку можно еще и в Леруа Мерлен, Хофф, ТЦ Лига и Грант. Предварительно записываться не нужно, достаточно просто прийти в пункт вакцинации с полисом, паспортом и СНИЛС. При этом в очереди стоять не придется. Каждый пункт вакцинации может принимать в день более 120 человек. Поставить можно как первую, так и вторую дозу вакцины, после которой вы получите не только иммунитет, но и сертификат о прохождении вакцинации.